Аукцион произведений искусства прошел в краевой столице. Главная идея – собрать средства для помощи участникам СВО. На торги представили 85 картин приморских художников. Свои творения мастера отдали безвозмездно. Около 3 часов шли торги. Стоимость некоторых произведений благодаря ставкам выросла в разы. Всего удалось выручить 1 200 000 рублей. При этом продали половину лотов. Остальные картины в ближайшие дни можно приобрести без торгов и внести вклад в дело помощи нашим бойцам и их семьям. Картины представлены в залах Союза художников. Кстати, некоторые участники аукциона боролись сразу за несколько лотов. И, как говорят, счастливые обладатели работ, которые они приобрели на аукционе. Память о событии навсегда останется в виде произведения искусства. Одну картину первую, которую я купила, я ее сразу определила, Роман Гвоздев, это участник СВО. Поэтому, конечно же, я для себя приняла решение, что я буду бороться до победного. Я очень рада, что эта картина осталась у меня. Останется вторая картина, она просто такая вот радужная, там тыквы, были патиссоны солнечные, вот просто так легло. А третья, ну, тоже откликнулась, неизвестный автор, спас нерукотворный, мы понимаем, что он рукотворный, но вот это, наверное, мое внутреннее состояние.